Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 М, 99.1 FM. На нашем веб-сайте radio.nvc.com и на нашем канале в YouTube «Радио NVC». У меня, ну, вообще в это время обычно программа Александра Непомнящего, но сейчас он находится в Грузии. И мы планировали, и похоже у нас получилось, такой будет у нас двухчасовой марафон. Леон Вайнштейн и Гарри Табах. Здравствуйте, господа. Добрый день. Вот так. Добрый день, Чикаго. Ну, давайте. С чего начнем? Ну, во-первых, это продолжение, я считаю, вот такая кампания — это продолжение вчерашнего праздника. Вот, может быть, начнем как раз с этого праздника. Может, несколько слов о том, какая развернулась истерика накануне в средствах массовой информации, ну и как все-таки прошел праздник, ну и отношение ваше к тому, что происходило, и вообще к этому празднику, к этому дню. Ну, как к празднику можно относиться? Сейчас поговорим об этом, давай я скажу пару слов про вчерашний день. Я вообще поражаюсь, значит, я ни одного раза за, скажем, 2,5 года, включив CNN или там SNBC там и прочее, не слышал больше 5 минут без имени Трампа. То есть, как минимум раз в 35 секунд они обязательно говорят «Трамп, Трамп, Трамп, Трамп». Вот, это первое. Значит, что они будут делать бедные без него, я просто не знаю. А второе – это если человек каждый день делает такое количество преступлений и глупостей, как его земля держит. То есть, похоже, что если смотреть только вот CNN там и прочее, то ощущение, что ужаснее и страшнее зверя, чем кошка, чем Трамп, значит, на свете нету. И что он не сделал за всю свою жизнь ни одного порядочного, благородного, хорошего поступка и даже просто нейтрального. Потому что все, что он делает, это настолько ужасно, что просто вытерпеть невозможно. Единственная мечта – это скорее, скорее, скорее от него избавиться. Даже пусть нам всем будет плохо от этого. Леон, ты помнишь в детстве такую сказку «Не пей из лужицы, козленком будешь»? Да. Не смотри CNN, New York Times и Washington Post, козленком будешь. Я с удовольствием буду это использовать в своих разговорах. Спасибо за подарок. Чудная идея. Не смотри CNN, козлом будешь. Окей. Ну а праздник? Праздник замечательный, ребята, потому что любая независимость от любое решение людей, которые они, в общем, хотят сами собой управлять. Когда-то 230 лет тому назад была написана совершенно замечательная книжка, значит, которая называлась «Common Sense». Значит, книгу это написал такой, я не знаю, так сказать, наверное, так сказать, не все знают эту книгу, это имя там и тому подобное, но вот просто приведу какой-то такой забавный факт. В то время на территории Соединенных Штатов Америки было жило 3 миллиона человек. Из них приблизительно половина были грамотные. Так вот, эта книга была издана в большем количестве экземпляров, чем было грамотных людей в Америке. То есть даже люди, которые не умели читать, тоже ее приобрели и положили на стол. Значит, книга была написана о том, она памфлет такой, так сказать, на 62 страницы была на самом деле, языком, который нам сегодня трудно читать, но тогда он был, очевидно, очень простым, в котором людям рассказывалось о том, что, ребята, вот какой-то король там где-то живет, да, который не имеет ни малейшего понятия и больше того не хочет даже знать, как, что нам хорошо, что нам плохо, ничего про это не понимает. Почему бы нам не наплевать на этого короля, который сидит там в Англии, неважно, в Вашингтоне, где угодно, и не начать заниматься своей жизнью сами. И это было настолько совершенно революционное заявление, хотя мы можем сказать, что там во Франции там были всякие, так сказать, идеи такого же плана, там французская революция и прочее. Но вот это вот заявление, оно прозвучало, так сказать, ну, большинство людей не читало, так сказать, там, Вольтера, и т.д., да?
В общем, почтмейстеры стояли на ступеньках у почты и зачитывали этот памфлет, он назывался, книгу, да? И крестьяне там, и жители стояли, открыв рты, и слушали это. Офицеры выстраивали свои роты, там, полки, не знаю, там, батальоны, и зачитывали солдатам, и солдаты совершенно ошалев смотрели на них. Книга произвела такое невероятное впечатление на всю страну, что те, кто в это время был как бы во главе, так сказать, местного, так сказать, самоуправления, резко, включая Франклина, кстати, резко повернули свое мнение, и вместо того, чтобы пытаться договориться с королем о какой-то форме независимости, сказали: нет, все, хватит, мы умеем жить сами и будем жить сами лучше, чем то, как нами будет руководить кто-то там из Лондона или из Вестминстера, или, так сказать, кого угодно. Вот. Поэтому замечательный праздник, замечательные люди, которые создали это государство, судьбы у всех были тяжелые, они потрясающе все, к сожалению, так сказать, они совершали ошибки, потому что они даже не представляли, что во главе государства может оказаться человек, который ненавидит это государство, они даже такого представить себе не могли. Или что, там, скажем, одна партия начнет все обещать народу, лишь бы их выбрали. Да? Хотя Джефферсон говорил об этом. Кстати, о Джефферсоне я, так сказать, передаю бразды Юре. Значит, у Джефферсона день рождения вот-вот будет. Так его родной город, в котором он родился, каждый год праздновал его день рождения. В этом году они проголосовали, чтобы его отменить, потому что у Джефферсона были рабы. Поэтому они считают, что нечего праздновать день рождения этого рабовладельца. А то, что он помог, один из тех двух, ну, трех человек, которые помогли создать эту гениальную систему управления здесь, Америку, новый эксперимент, такого не было никогда. Страну абсолютно из-за этого, ставшую абсолютно другой, не такой, как были все страны мира до того, за 6500 лет известной нам, по крайней мере, истории, да, вот это совершенно всем наплевать, потому что это он был рабом, у него были рабы! Поэтому мы его презираем, ненавидим, и праздновать его день рождения не будем. С чем я вас и поздравляю всех. Но рабы были также и у Вашингтона, рабы были также и у индейцев, люди, которые здесь жили до, как пришли европейцы. Рабы также были и в Африке, и их продавали сюда, в Америку. Тоже рабовладельцы, такие же чернокожие. Извини, Юра, я вдруг сообразил, что я не сказал имени того, кто написал памфлет. Томас Пайн. Все, я извиняюсь. Я говорил, так не сказал. Извиняюсь. Этот праздник отмечается, в чем Трамп виноват? Что он устроил военные парады, показал военную мощь Соединенных Штатов и брязгание оружия. Ну, обвиняли, конечно, что это он политизировать будет, что это он будет говорить «я». Я прослушал, по-моему, его выступление. Он, по-моему, один раз сказал слово «я». В основном он говорил «мы» и ничего на себя не сводил, а говорил о величестве Америки и историю этого праздника. Почему нельзя иметь военный парад, я не знаю. Потому что наша независимость, после того, как Декларация независимости была подписана, эта независимость была завоевана как раз с оружием в руках, погибло много людей, воюя, и почему не отдать им почести? Почему могут секс-меньшинства иметь свой парад, национальные меньшинства, латиносы, порториканцы? А потому что есть чем гордиться. Гомосексуалистам есть чем гордиться. А военным, я думаю, нет. Они сказали, что, я не знаю, я, конечно, сейчас вещаю из Киева, и я не мог смотреть все новости тут свои. Но праздник прошел очень удачно. Очень много украинцев меня поздравляли с этим праздником. Многие украинцы даже вывешивали американский флаг. Поэтому здесь он прошел без каких-то инцидентов. Никто не сжег американский флаг перед украинской радой. Этот праздник почему бы не показать? Мы не показывали мощь в этом параде. Опять же, я не нашел нигде, где этот парад передавался. Я пытался перед нашей программой посмотреть. Ты поправь меня, если я не прав. Я думаю, что прошло несколько род, разных род войск. Они шли батальонными коробками, как это делается в Северной Корее или в России.
И пролетела Blue Angels, пролетели. Потом сказали, что будут танки. Я, опять же, не видел танков. Я видел несколько... Я тоже не видел, но привезли несколько танков транспортеров на платформах. И поставили. На платформе поставили. Как... Да, это называется static display. Мы это часто делаем на военных базах, когда граждане могут зайти и посмотреть, на что уходят их налоги. Поэтому не было баллистических ракет. Не было 12 авианесущих групп, которые проходили парадом, и где Трамп на машине с медалями со всем с этим стоял. Поэтому, конечно, нельзя сравнивать эти парады, как пытаются сравнивать наши братья-либералы-леваки. Это глупо. И я считаю, что это как военный человек сам, я считаю, что это очень хорошо. То есть это была дань уважения военным. В конце концов, действительно, если гей-парады устраиваются, им есть чем гордиться, парад гордости, почему мы не можем, так сказать, отдать дань уважения? Ну, этот, да. этот праздник существует, потому что люди взяли оружие в свои руки, возглавил этих людей, эту армию создал Вашингтон, и они победили в этой революции, в этой войне. Почему надо что, теперь переделать историю, что у Вашингтона были рабы? Сделать, Юра, это и пытаются сделать сейчас, конечно. Ну да. Тогда, знаешь, у людей, у которых нет истории, у людей, у которых нет традиции, у людей, у которых нет common sense, тогда мы пропадем. Да, именно об этом мы все время и кричим, бубним, поем, вещаем и тому подобное, что если все это пропадет и останется просто толпа, которая, значит, хочет отнять у кого-то и поделить что-то, то это будут просто банды, и, как Ленин посылал продразверстку в деревне, забирай, а потом кушай и дели, а тех, кто не дает, убивай. Ну тогда давай переименуем нашу страну из США в США-Ариковы. США, да, хорошо, да. Я пытался ее переименовать Соединенные Социалистические Штаты Америки. Ну, Леон, у тебя намного больше фантазии, чем это. Но с Шариковым мне больше нравится. Нет, хорошо. Видишь, украду это тоже. Обязательно тоже буду использовать. Юрий рассказывал о том, что перед Радой никто американские флаги не сжег. В отличие от нашего леворадикального отребья, которое все-таки умудрилось там устроить бучу и сжигать американские флаги в этот, ну, не знаю, святой уж, во всяком случае, светлый праздник для всех, казалось бы, американцев. Но, к сожалению, есть такие американцы, которые эту страну, похоже, ненавидят. У вас нет возражений, если мы примем звонок? Да, я придумал вас, Соединенные Шариковые Аборигены. Давайте. Я бы хотела сделать некоторые комментарии. Пожалуйста, только приглушите радиоприемник свой. Вы приглушите радио, там что у вас идет, вы через интернет очевидно слушаете. Это я сейчас смотрю вашу передачу. Да, вы уже в эфире. Я хотела бы сделать кое-какой комментарий к этому. Пожалуйста, только приглушите звук вашего источника и вы говорите. Но у вас сейчас это в открытом эфире идет передача? Да, это идет в открытом эфире, но она идет с некоторой задержкой у вас, поэтому вы приглушите. Вы знаете, я вас не слышу. Приглушите то, что у вас там говорит, компьютер или что вы слушаете. Это я сейчас слушаю вашу передачу. Вроде бы вы открыты в эфире. Вы не слышите, потому что у вас радио работает. Вы слушаете запись какой-то передачи, приглушите то, что вы слушаете, вы сейчас в открытом эфире. Я уже приглушила, да? Все, говорите, мы вас слушаем. Вы знаете, что относительно концентрационных лагерей, то достаточно посмотреть на кадры
настоящих концентрационных лагерей, на этих людей, которые находятся в крайней степени истощения, которые никогда уже не вернутся к нормальной жизни, а такой степени истощения совершенно невозможно вернуться обратно к нормальной жизни. И посмотрите на эти развалившиеся туши, туши людей, которые находятся на границе, ожидая своих, оформления документов. Это первое. Понимаете, это прежде всего нужно показать в эфире тех копошащихся людей, которых уничтожили фашисты, которые никогда не вернутся к нормальной жизни. И вот эти туши, развалившиеся туши людей, понятно, которые далеко не голодают. И что касается зубных щеток, то я думаю, что они не умеют даже ими пользоваться, этими зубными щетками. И еще вот что я хочу сказать. Вы знаете, один замечательный поэт, я не могу сейчас припомнить его имя, но он не очень известный поэт-песенник. Когда-то афоризм из его стихотворения я прочитала. В обычаях мира вначале распять, затем на распятие молиться. Это точно, что касается Трампа. И я думаю, что именно так и будет. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, если вы учтете мое мнение. Спасибо. До свидания. До свидания. Леонид, скорее всего... Мы с огромным удовольствием учтем мнение, но я боюсь, что наша звонившая слушала в это время старую передачу. И, ну, мы просто мы до этого немножко коснулись этой темы. Думаю, я да, сейчас да, скажу. Мы, Леон, мы просто... Надо, я сейчас запишу, учесть насчет зубных щеток, я, чтобы нет, не забыть. А, Леон, мы сегодня до того, как вы вышли в эфир, мы коснулись вашей предыдущей передачи, и понятно, поэтому женщина отреагировала. Мы там немножко понятно, как раз говорили. Она все правильно говорит, абсолютно, и абсолютно я понимаю ее... состояние слышать о том, что, оказывается, концлагеря есть по всей Америке, и там, так сказать, мы располагаем, я не знаю, кого, тех людей, которые хотят на законном основании, якобы, которые имеют полное право пройти нашу границу, а мы их мало того, что не даем ее пройти, мы еще их задерживаем, вот гады, вот сволочи, и сажаем в концентрационные лагеря, и не даем им зубных щеток. Это мы все слышали из нашего конгресса. Да, и каждый день мы выпускаем более 1000 человек, потому что содержать их нет возможности, нет ни помещений, ни условий и так далее. То есть каждый... Я не согласен, я есть и помещения, есть и зубные щетки, все это есть как раз у тех конгрессменов, которые живут за большими заборами, в огромных домах и ездят на огромных машинах и имеют охрану, которая вооружена до зубов. Поэтому, если они возьмут хотя бы по одной семье к себе в дома, эти люди будут себя чувствовать, во-первых, в безопасности, с большими заборами и с вооруженной охраной, и у них будут зубные щетки, и у них будет все, что нужно. Почему бы не поставить, не дать пример тем, кому вы говорите, что должны делать и кто должен расплачиваться за это? Но это не в традициях демократов. Они всегда очень щедры, но чужими деньгами, никак не своими. Это вообще противоречит их природе. Не могут, да, они, не могут они иначе, да, поступать. Да. Кстати, если ну, что ж на эту тему мы можем еще раз вернуться к этой теме и поговорить. Люди утверждают, что, ну, некоторые, скажем, адвокаты, некоторые сторонники демократов утверждают, что люди, которые бегут из Южной Америки, они бегут, по сути дела, от смерти. Вот всем этим тысячам людей угрожает смерть. Не отдельным каким-то группам, религиозным, этническим или там политическим группам, а просто поголовно всем угрожает. Ну, если принять это за истину, хотя очень трудно... Хорошо, пусть будет это истиной. А чем эти люди лучше, чем те, которые сегодня находятся в Донецкой области в Украине? Почему мы их не забираем в Америку? Они находятся в самой настоящей войне агрессии России. Абсолютно верно. Чем эти люди, которые находятся в других странах? Я не совсем понимаю. Какая-то дискриминация получается у нас в стране. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте. Во-первых, хотел сказать, вы говорили про то, что рабы существовали везде, и чем отличаются, так сказать, американские рабы или потомки их? Отличаются, потому что я слышала одну передачу, и один из чернокожих, которых спрашивали, журналист какой-то, он сказал, а что, пускай платят, эта страна богатая, пускай платят. То есть, понимаете, вот чем отличается. Страна богатая, поэтому можно все, что угодно говорить, рваться к власти для того, чтобы эти богатства, так сказать, узурпировать и национализировать в свою коммунистическую партию нового типа. Еще хочу сказать вот про вообще всю эту партию. Вот когда я смотрела вот эти дебаты будущих кандидатов в президенты, которые рвут к власти. Вы знаете, у меня такое впечатление, что людей там нет, потому что ни моральных, нравственных категорий там просто не просматривается. А если нет вот морально-нравственных вот этого вот основы, то значит у них нет души. А если нет души, то чем они отличаются от животных? У животных есть душа и у человека нефеш. А остальные четыре категории, которые высшие, так сказать, которые управляют нашими уже именно моральными поступками и так далее, у них отсутствует абсолютно. Они врут, просто настолько они привыкли к этому, что у них нет просто... Все одинаковые там. Поэтому, если они придут к власти, действительно, это будет сталинизм, типа сталинизма, маоизма или Фидель Кастро то, что сделал. Okay. В общем, это да, страшное дело. Спасибо большое вам. Я с вами полностью согласен. Поэтому мы, добрые люди с высокой моралью, должны собраться и убить всех злых людей, у которых ее нету. Знаете что, давайте-ка мы немножко все-таки переведем дух, отдышимся от резких таких... Такое впечатление, что NVC это какая-то свора республиканцев. Давайте переведем дух и отдохнем, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, продолжим. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200, ну и ваши вопросы на YouTube-канале, если будут, я обязательно озвучу и... Мои гости постараются ответить на ваши вопросы. Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если не возражаете, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Если вы позволите, я бы тоже хотела сказать несколько слов о прошлой пятничной передаче. Она была такая бурная и так быстро кончилась, что я не успела. И мне очень жаль, что Леону пришлось столько нервов потратить на человека, который абсолютно этого не достоин. И вот я хочу сказать, что она очень опасна. Потому что, вот посмотрите, 10 минут почти, как она красиво, как она убедительно говорила, ну просто прежде сирены, как она сохранила замечательный свой русский язык, что ей, безусловно, делает честь. Но мы видим, как она говорила, но если мы посмотрим, что она говорила, то это, безусловно, ужасно то, что она говорила. И если она не понимала то, что она говорила, так она просто слепой и глупый человек, который не видит, куда верхушка демократической партии тянет страну. А если она понимает и это говорит, то это верь всякой подлости. И вот поэтому я и думаю, что, может быть, она и делает вид, что помогает этим Холокосту, чем она очень хвастается, людям, пережившим Холокост. Потому что она хочет их убедить в том, в чем их убеждать ни в коем случае нельзя. Это подло. И, Сережа, вы знаете, при всем безграничном уважении к вам, я не могу с вами согласиться, что вы можете сказать, что она порядочный человек. Может, она действительно очень мила в обращении, но дно там ужасное. И поэтому я думаю, что в этом смысле она очень опасна. И, Леон, мне очень-очень за вас было обидно, что вы на нее тратили свои нервы. Спасибо. Леон, не надо тратить нервы. Спасибо за вас, Леон. Это совершенно верно. Она не стоит того. Но она так подло себя вела, что так получилось. Спасибо. И я его понимаю. Ну, спасибо. Вот, спасибо. Да будьте нам здоровы. За внимание. Спасибо большое. Спасибо.
Ну, тема была действительно, это вот была тема иммиграции нелегальной. В программе Леона была гостья, адвокат местная наша чикагская, которая, конечно же, горой стоит, которая сравнила... А вы что, хотите ее оставить без куска хлеба? Ну, вот это то, что я собирался сказать. Все, что она делала здесь... Она не глупая девушка. Она делала рекламу себе. Я она делала себе рекламу. Она ходит работать с людьми из Холокоста, возможно. Да, девушка, она... это, видимо, девушка с пониженной социальной ответственностью, как сказал один великий вождь. Вы знаете, что удивительно? Вот адвокаты, которые защищают вот этот поток нелегальных иммигрантов, они пытаются нас уверить, что они как раз от этого бизнеса никакого не имеют. Вот мы в соцсетях дискутируем довольно часто. Послушайте, когда шли эти караваны, я не следил за это, а за ним шел госпиталь мобильный. Там одной воды на миллион долларов шло за ними. Это все организовано, это все сделано и проплачено. Никто просто так это не делает. Давайте это организовано. Они послушайте, я участвовал в нескольких марш-бросках с очень здоровыми и натренированными парнями. И такие расстояния, которые они делали, бедные, ненакормленные, ненапоенные, с детьми и убежавшие, мы не могли такие расстояния преодолеть сами. Их подвозили на автобус. Да. Давайте попробуем принять еще звонки. Добрый день. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я хочу сказать, что я на 200% поддерживаю эту женщину, что звонила передо мной. А во-вторых, я предыдущие передачи, я хочу сказать, что русские виноваты в избрании Трампа, потому что мы в нашей комьюнити возили и собирали всех наших людей идти голосовать за Трампа. Молодцы. Дай Бог, чтобы все вперед двигалась так, как надо. Русские вообще хорошие люди, они вообще очень много помогают. Допустим, до 2008 года, до того, как они напали на Грузию, НАТО практически развалилось. Но, слава богу, они напали на Грузию, и НАТО перегруппировалось, и теперь это еще больше организация. У нас также сегодня проходят учения в Черном море. НАТО плюс Украина, 19 натовских стран, 20 кораблей, 20 летательных аппаратов, больше 1000 военнослужащих. И россияне заблокировали ту часть моря Черного, которые должны были проходить учения. Поэтому тоже огромная благодарность им за это, потому что теперь плюс к учениям присоединились еще и маневры, потому что часто очень во время учения маневры стоят очень дорого, но так как в войне и в боевых действиях очень часто меняется ситуация, надо. Вот россияне нам помогли поменять быстро ситуацию, которую мы не ожидали, теперь у нас будут маневры, мы должны будем маневрировать так, чтобы провести эти учения в другой части Черного моря. Отлично. А уж, спасибо. Коль скоро вы упомянули НАТО, у меня к вам вопрос. Накануне вот этого праздника Дня Независимости, ну, кроме того, что Трампа обвиняли в авторитарных, тоталитарных наклонностях, его еще обвиняли в том, что он пытается развалить НАТО и, так сказать, нет, чтобы укреплять связи с НАТО, он пытается НАТО развалить. Ваша точка зрения, ваш анализ. Что происходило с НАТО после того, как Трамп выступил с критическими заявлениями в адрес членов стран-членов НАТО? Ну, смотрите, члены стран НАТО ведут себя нечестно, неправильно. Вот что Трамп говорит. Они не платят свою долю финансовую, 2% от бюджета обороны. Они не смотрят за своими танками, самолетами, не тренируются. А надеются, что если что случись, то НАТО придет и спасет. Почему Трамп так, как сказать, наехал на Меркель? Потому что она выстраивает Северный поток с Россией, будет зарабатывать огромные деньги. Эти деньги будут зарабатывать Россия и Германия. А Америка за счет своих денег, своих финансов и за счет солдат своих должна оборонять Германию. Угадайте, от кого?
от вот этого плохого дядьки Путина. С которым и Трамп зарабатывает деньги. Да, и с которым. И Трамп говорит, так не работает, моя дорогая комсомолочка. Каждый должен оплачивать по своим счетам. И поэтому и Макрон, и старая Европа злится на Трампа. Но новая Европа, та же Польша, та же Венгрия, они наоборот, они очень довольны тем, что Трамп сделал. Теперь все вкладывают свою долю в НАТО, после того, как Трамп это заявил, и чинят свои танки, самолеты и обучают своих солдат. Поэтому, если что, то Трамп укрепил НАТО, а не развалил. НАТО само по себе развалится, потому что оно уж чересчур большое и разные интересы. Допустим, сегодня у нас Турция тоже член НАТО. И через пару недель у них должны появиться СС-400, что есть российское вооружение. По-моему, руководитель НАТО как раз выразил благодарность Трампу за его вот такое поведение, за его претензии к странам-членам НАТО, и сказал, что после выступления Трампа они стали вносить большие суммы. Начали шевелиться, да. Потому что легче всего дать Нобелевскую премию непонятно за что, даже до того, как человек что-то сделал. А очень сложно понять, что когда человек правда что-то делает, давать ему что-то кроме критики. Да. Ну, вообще складывается такое... Ну, собственно, Леон в самом начале сказал, что не проходит и минуты, чтобы не упомянули Трампа, и все это в такой негативной коннотации. Ни одного доброго слова от них не услышишь. Трамп, что бы он ни сделал... Ну, это хорошо, потому что люди, которые хотя бы наполовину мыслящие, понимают, что это просто уже болезнь, это такой симптом. Когда ты говоришь психически ненормальному человеку, что прыгать с крыши высотного дома он не полетит, а он все равно настаивает, что он полетит. И поэтому это уже разговаривать с психически больными. Им говорят одно, показывают черное, а они говорят, это белое. Поэтому это хорошо, что такая риторика идет, она односторонняя, и люди мыслящие понимают, что там никакой объективности нету. Давайте. Вот, в Америке, Сережа, считается, я просто высказываю то, что я читал, что избиратели, так, не те, которые, вот как мы сумасшедшие, смотрим новости, вот анализируем там что-то и прочее, а те, которые живут своей нормальной жизнью, тяжело работают, отдыхают, смотрят футбол, что называется, по воскресеньям, что они начинают интересоваться политикой где-то там за 2 месяца, там за 1.5 месяца до президентских выборов, может быть, тогда, когда начинаются дебаты между представителями Демократической партии и Республиканской партии. Но с этого момента они, как бы сказать, активно участвуют, пытаются участвовать, имейте в виду, пытаются понять, пытаются рассмотреть эту ситуацию. И вот я себе представляю, люди, которые там живут в штате Монтана, да, так сказать, там со скотом занимаются, нет у них времени телевизоры сейчас смотреть. Люди, которые живут там в той же Аризоне, в какой-нибудь Айове копают картошку там или что-то еще, да. Вот они там что-то такое слышат, там, посмотрели там передачу какую-то, даже не по CNN, а Фоксу, а просто по какому-то там в 6 часов, 7 часов вечера по какому-то там главному каналу, да. И что-то им такое сообщили, Трамп плохой, там, что-то плохо не то сделал, там, что-то такое, да. Поэтому у них в голове такая небольшая сумятица. А вот дальше они, значит, начинают включаться, tune-in, включаться начинают, да. И вдруг они слышат, что оказывается делегат, то есть представитель Демократической партии, а кто бы ни вышел, они все подняли руки и все проголосовали, да, говорит, что надо вообще государственно сделать медицину. То есть 1/6 нашей GDP, так называемой, взять и передать в государственные руки. И что, мол, якобы государство лучше будет это делать, чем это делают частные фирмы. А, значит, либо запретить, как некоторые кандидаты предлагают, частную медицину, либо, ну, просто, так сказать, так вот конкурировать, чтобы была бесплатная медицина и частная. И у людей начинает быть такое ощущение, что, с ума сошли, что ли, да? Потом говорят, а вообще-то аборты можно делать всем, кому угодно, до последнего дня, а если, значит, случайно не удалось абортировать ребенка, и он вышел живым, то надо его отложить на стол, положить, и пусть он там сам умирает.
У них вообще начинают, с моей точки зрения, волосы начинают вставать просто уже даже на спине на этом самом. Да? Вот. После этого им говорят, вообще-то границ нам не надо. Пусть приходит кто хочет, они же несчастны, они имеют право. Вот. Другая сторона говорит, ребята, вы что, очумели, что ли? К нам придет 150 миллионов чек в первый же месяц, а потом все 6 миллиардов сюда придут, потому что вы же мало того, что пускаете всех, вы же говорите еще, что всем будете давать бесплатную медицину. И вот, когда все это на людей обрушится, то я себе просто не представляю, кто, кроме оголтелых, зараженных ненавистью к Трампу и просто совершенно абсолютной влюбленностью в коммунизм, потому что это уже даже не социализм, так сказать, да, уже какой-то коммунизм нахрен пошел. Всех пускать, всех кормить, всех поить, всем давать, как говорит Берни Сандерс, работу с хорошей зарплатой, а если работы нет, платить им, даже если ничего не делают, столько же, сколько получают рабочие, которые хорошо зарабатывают. Вот. И ты считаешь, а что тебе здесь не нравится, я вообще не понимаю. Мне все очень идеальная, идеальная система. Мне все очень нравится. Она просто не работает, но система-то да. Идеальная. Вот конечно, я сегодня случайно на каких-то новостях слушал, что сказали, что или это в Калифорнии где-то уже проголосовали, что людей без документов, человек без документов, ему обязаны давать медицинскую помощь. Не срочную, не emergency. А вот он пришел к врачу и говорит, у меня нет документов, он его должен лечить. И я вот, ты поставь себя на место многих людей. Они говорят, это шикарная идея. Я прихожу к врачу, да, у меня копей $20, а я не хочу эти $20. Я прихожу к врачу и говорю, а у меня документов нету. Лечите меня бесплатно. Да, это же надо учитывать человеческий фактор. Абсолютно. Это, конечно, кроме очень того, многим людям это гениальная идея. Да. Гениальная идея. И учиться это, можно бесплатно. Кто-то из наших, кто-то из наших краев отсюда придумал эту схему. Вот. И, значит, чего, так сказать, в Европе это придумали давно уже. А Карла Марла придумала еще до него, наверное. А кроме того, значит, все долги заплатим по студентам бесплатно учиться. А кроме того, значит, сколько бы миллионов людей не пришло, всех будем бесплатно лечить. И в какой-то момент вот это все начнет доходить до людей, особенно если Трамп и республиканцы будут слегка, так сказать, мягко говоря, объяснять, что это значит, переводить на русский язык, то даже до самых глупых и тупых начнет доходить секунду. Никто не платит? Как никто не платит? А кто платит? А почему врачи работают? А кто за лекарства платит? А почему, так сказать, если я буду приходить и все бесплатно, я буду там 16 часов стоять в очереди, чтобы получить справку от насморка какой-то, так сказать, больницу и тому подобное. То есть. Ну, слушай, ты говоришь. Что-то немножко там. Что такое бесплатная медицина? Что такое бесплатное жилье, что такое бесплатная учеба, начинаются квоты, потом квоты только партийным, да, потом только русским, потом только этим, и выдают тебе то, будешь жить то, что тебе выдали, будешь... Слушай, я всю жизнь прожил в социализме, даже где-то немножко в коммунизме, потому что вооруженные силы – это социализм. У нас там все поровну, все честно, все выдается, все. И это... При том, что это плохо, и то там это все плохо работает. Почему? Потому что это жесткая диктатура вооруженных сил, но она очень хорошо финансируется. Но деньги все равно, даже то, что там не крадут деньги, там нет коррупции такой, как была бы в гражданском населении. Но все равно это растранжируются эти деньги, потому что чиновники не могут быть менеджерами, не могут быть продумывать, что такое bottom line, что такое, когда надо, чтобы бизнес функционировал. И растраты огромные, а толку мало. И это при отличном финансировании наших вооруженных сил и при отличной дисциплине и диктатуре жесткой. Как вы в демократическом обществе хотите это внедрить? Они не думают по этому поводу. Они просто говорят, все получат все бесплатно, дайте мне власть, и я вам все дам. Правильно. А против халявы очень сложно. Ну, воевать можно. Против халявы. Ты обещаешь халяву. Против халявы, Юра, сложно, когда она красиво подана. И чуть-чуть. А когда они сейчас соревнуются, кто больше даст,
то вот с моей точки зрения Демпартия загнала себя в ту ситуацию, при которой объяснить американцам, которые, в общем, не европейцы, они в большинстве своем индивидуалисты и думают, так сказать, понимают, что если я не работаю, то я обычно не ем. То есть, по крайней мере, не морально это дело. Мораль, кстати, тоже давно не европейское слово, а американское стало. Так вот, значит, Демпартия загнала себя в ту ситуацию, при которой, мне кажется, Трампу и республиканцам будет достаточно легко объяснить им, что это утопия. А чем кончаются утопии, все знают. Боюсь, что... Да, но они все, это все они знают, но они говорят, ну это будет другая, это будет по-другому. Берни Сандерс, он говорит, что это будет по-другому, и даже Байден, он говорит, что это будет по-другому, это не так, как вы думаете, не как в Венесуэле будет, это будет лучше. Ну вот, задача это сделать... будет объяснить, что она такая же точно. Да, Сережа, извини. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, проблема в том, что до 97% мейнстрим-медиа контролируется демократами. И вся эта пропаганда идет с утра до ночи. Вот радиостанции, это там республиканцы вещают, на многих, по крайней мере. А телевидение, которое, так сказать, замена кино в России большевистской, оно как бы на первом месте, поэтому быдло смотрит вот это вот, а демократы все сделали для того, чтобы было как можно больше вот этого самого быдла, который не работает, а все получает, и посмотреть, что делается с чернокожими, несмотря на то, что сделал столько много Трамп им, ни один президент столько не сделал для них, ну, по крайней мере, последние 5 десятилетий, они все равно думают, что демократы им дают все, и ненавидят Трампа, потому что их убедили в этом. Вот в чем проблема. Поэтому, но с другой стороны, конечно, нормальные американцы, они, естественно, за республиканцев. Какие нормальные американцы? Причем тут чернокожие? А евреи? Они что, за Трампа? 80%. Ну вот в том, что говорила наша радиослушательница, есть некое рациональное зерно. К сожалению, средства... Нет, рациональное. Сейчас объясню, есть. Что я имею в виду. Никакого отношения к чернокожим. Нет, я не об этом. Есть дебилы, а есть нормальные люди. Абсолютно. И евреи, не меньше чернокожих, поддерживают все это движение против Трампа. И в том же СМИ, в тех же университетах, где, я прошу прощения, нашего брата достаточно, да, намного больше, чем в процентном отношении нас в обществе. И среди нас мало кто. Это вот это вот русскоязычное постсоветское, да, и то среди нас идиоты попадаются. Поэтому я против того, что она сказала насчет чернокожих. Это не только чернокожие. Вы абсолютно правы, я не об этом хотел сказать, а о том, что Леон сказал, что легко очень объяснить американцу простому вот ту утопию, которую предлагают демократы. Объяснить на самом деле легко, но ведь простой американец, многие из них вообще даже не смотрят нетворки, они смотрят основные каналы, на которых нет Fox News, на которых идет обычное... Сергей, я скажу, что я сделал небольшое расследование по этому поводу. Американцы не такие тупые, как нам кажется. Потому что есть каждый год, это делает как раз либеральная организация, забыл, которая берет статистику, которая берет опросы, делает. Pew Research? Нет, оно выскочило у меня из головы, я вспомнил сейчас. В Америке они всегда, CNN всегда к ним обращается, говорит, вот, это опросы были сделаны, выскочило у меня из головы. Так вот, каждый год они делают опрос. Те профессии, которым доверяют американцы больше всего, и те профессии, которым они меньше всего доверяют. Много-много лет подряд аптекарь был, фармацевт был, кому доверяли номер один больше всего американцев, фармацевтов. А сегодня номер один – это учителя младших классов. Доверяют больше всего американцы учителям младших классов. Профессия номер два, это очень много лет она держится, это военные офицеры. Доверяют больше всего военным офицерам. Теперь, кому они доверяют меньше всего? Меньше всего доверяют, самое низкое, это лоббисты. На втором месте снизу это executives, директора больших компаний, президенты и директора больших компаний. А на третьем месте это журналисты.
Так что американцы не доверяют. Я вас поздравляю, журналисты. Они двоечники в Америке в целом. А следующие будут, я тебя уверяю, это будут профессора в университетах. Люди перестанут им верить. Потому что они несут чушь. И учат ничему. Учат, как протестовать и как требовать. Обнадеживают. Как вот этот privilege иметь этот. Поэтому не все так плохо. Мудрость человеческую, мудрость средней Америки не так легко провести. Вот эти люди, которые встают, работают на фермах, на стройках, не так просто. Я абсолютно с вами согласен. Именно этим определяется политика демократов в отношении иммиграции. Потому что... Гэллоп. Окей. Потому что американца трудно накормить вот этим дерьмом, простите, вот этими иллюзиями. Поэтому в задачу демократов входит заменить американского избирателя на другого, на более тупого, менее образованного, менее способного анализировать, а голосующего блоками. Вот в этом состоит задача демократов. Именно поэтому иммиграционная политика и строится таким образом. А я считаю, что вообще демократическая партия — это не партия более. Это секта. Потому что, во-первых, в партиях меняются главы периодически. Демократической партии когда последние, сколько Пелоси уже и Шумер возглавляют демократическую партию? Так же, по-моему, столько же, сколько Жириновский и Путин. И Зюганов. У Путина беспартийный. Друзья мои, мы должны прерваться. Мы должны прерваться, потому что... Поэтому это секта, и они голосуют все единогласно. Все, через несколько минут вернемся, продолжим. Давайте перекур сделаем небольшой. Возвращаемся в программу. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, вы всегда можете позвонить, задать вопрос. Ну и Леон или Юрий постараются ответить на ваш вопрос. Ну а теперь, наверное, поговорим о предвыборной кампании, которая уже идет полным ходом. Демократы выступают, уже дебаты были, пару сеансов дебатов. А тут некоторые особо одаренные ездят проводить свою кампанию, вернее, ходят через границу проводить свою избирательную кампанию. Бета О'Рурк и Кори Букер проводили свои кампании в Мексике. Кори Букер мало того, что выступал там перед мексиканцами, так еще и захватил и перевел через границу в Америку некоторых так называемых беженцев, которые были депортированы из Соединенных Штатов, поскольку не имели легального основания находиться в нашей стране. Он их просто перевел, типа «это со мной», перевел через границу. Он настоящий Спартак. Спартакус. Вообще команда интересная собралась. Спартакус, Покахонтас. Кого там только нет. Байден тут не дал. Знаете, это когда украинцы здесь сидят, в Украине говорят: ой, у нас президент клоун. Я говорю: вы видели наши дебаты демократические? Вот где клоуны. Это правда хотя бы настоящий комик? Скажите, да, кстати. У нас они прям рожденные. Юра, у нас довольно большая украинская община, и, конечно же, бурно обсуждается. Вот выборы обсуждались очень бурно в Украине. Сейчас проходит, то, что бы там ни произошло, что бы ни сделал президент Украины теперешний. Не, вообще, да. Несколько слов. Украинцы вообще бурный народ. И вот я чем больше здесь нахожусь, тем больше они мне израильтян напоминают. Бурные. Чуть что бунтуют, все время чем-то недовольны, все время они в каком-то дискомфорте находятся. Это им не так. Здесь им не нравится. В общем, видимо, так как сожительство наших кровей было очень близко, мы, кажется, насосались друг у друга очень много вот этих манер. И я не знаю, кто более находится в большем дискомфорте, евреи или украинцы. Ну, я должен на это сказать, что, слава богу, у них есть вот такое бунтарское что-то в крови. Да, конечно. Потому что резко отличается, вот, поразительно, да, так сказать, два очень друг друга народа. Вот, а я, понимаешь, ты-то рос, а я же вырос там, ну, в Москве, а потом я вырос в Америке, и у меня менталитет американский.
Я лично никогда не думал, что между украинцами и русскими есть какая-то разница. Но абсолютно бухают одинаково, ругаются одинаково, выглядят одинаково, язык, в принципе, одинаковый. Я не видел разницы никакой, пока вот не произошел этот Майдан, и я начал на него смотреть с военной точки зрения, сказал, ну нет, но это буйные, они реально. Стоять на таком морозе так долго и выстаивать это все, это русские в жизни такое не сделали. Потом ты видишь, когда они здесь бунтуют, и менты хватают кого-то, они их отбивают, они лезут. А смотришь русские новости, там взяли Навального, никто не подходит, его просто заводят в автобус или там какого-то, они не вмешиваются. Не, да, это с Навальным совершенно разные люди. Это особая история, там непонятно, он с какой стороны. Ну, я примерно говорю, да. Я не говорю о нем лично, я говорю такого, как он. Да. Какой-то бунтует, что там пытается вякать, но вот эта толпа, она его не отбивает. Здесь они, да, с ними здесь они в толпе опасны. С ними, если у них здесь толпа идет, то они реально могут наколошматить кого-то. Mm-hmm. Вообще интересно. Вот. Поэтому я здесь все время хожу в толпе. Да. Вот интересно, Юр. Вот ты сейчас там находишься, и ты из Америки, но ты там бывал, ты понимаешь язык там, так сказать, я не знаю, может, не такой украинский литературный, но понимаешь, что говорят. Что Зеленский делает вообще? Что там происходит? Он в какую сторону идет вообще? Понятно уже или еще нет? Честно сказать, нет. Честно сказать, мне что-то Зеленский напоминает Трампа чуть-чуть. А Зеленский сейчас ничего не делает. Вот как я вижу, ну там мне много информации поступает с разных сторон. Эти говорят, что одно, эти говорят другое, эти говорят третье. Тоже очень хорошо здесь в стране это все происходит, потому что здесь нет такого одного мнения. Народ разноперый. Mm-hmm. За Зеленского проголосовало огромное количество людей. Огромное. Да. Большинство. Да. Поэтому страна разноперая, страна многонациональная, многорелигиозная, многогранная. Поэтому всех, конечно, он удовлетворить не сможет. Первое же его решение, его рейтинг пойдет вниз, и как в любой демократической стране, его рейтинг будет уменьшаться, пока не выберут другого. Думаю, что он ничего не делает. Он ждет, когда будут украинские парламентарские выборы, когда в Раду будут выбирать. Он, видимо, хочет сохранить свой электорат, никого не разозлить, чтобы его партия прошла больше всего, и тогда будет легче работать. А? Уже означает, что соображает, что делает. Я не знаю, я не уверен, потому что он довольно тихий, он в основном сейчас налаживает мосты, там вот сейчас он в Канаде был, он поедет к Трампу, он актер, это не без вопросов, что он актер, он держит людей в таком, все наблюдают, смотрят, что же дальше. Кабинет, который он формирует, да, есть какие-то вопросы там, есть кто-то доволен, кто-то недоволен, но со всеми проблемами в Украине, со всеми болячками, со всеми недоразумениями страна находится на войне. Да. Опять же, очень похоже на Израиль. В Киеве ты этого не чувствуешь. Или там во Львове вообще ты этого не чувствуешь, там, ну, нету. А когда ты ближе уже подходишь к фронту, конечно, это очень чувствительно, очень такое, похоже на израильскую сценарий, опять же. И со всеми ее болячками, конечно, демократические институты есть, того, чего нет в России. Mm-hmm. Демократические институты существуют, причем довольно-таки много. Дать должное Порошенко он не уничтожил, как Путин это сделал. Власть передана мирным путем, это огромное достижение, я считаю. Да, того, конечно. Чего в России опять же не будет, потому что у них нет механизма передачи власти. И в стране экономика все равно развивается, как ни странно. Строительство идет, дороги кладутся, рестораны работают, все забиты. Вот сегодня пятница вечером, казалось бы, шаббат, а все рестораны забиты. Угу. Страна, тоже показатель, ты понимаешь, ты никак не можешь, это как ты не говори, знаешь, это мне все время говорит, что ты им помогаешь, там, что ты это делаешь, а это антисемиты, это то, это все. Ну, они тогда выражают свой антисемитизм очень странным образом, конечно.
75% страны голосуют за открытого еврея. Да, извини. Да. Да. Я говорю, ты знаешь, что такое украинский нацизм? Нет. Это когда президент еврей, премьер-министр еврей, а Рабинович в оппозиции. Да. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Конечно. А вы не можете прокомментировать гибель 14 человек на эту глубоководную лодку? Да. А, кто что говорит? Кто говорит 14 человек, кто говорит 15, кто говорит 17 человек, непонятно. Понятно одно, что это, конечно, элита подводного флота, которая находилась на этой подводной лодке. Это огромная трагедия для вооруженных сил, потому что это как все равно всю космонавтов всех посадить на один самолет, и этот самолет упал, и все а зачем туда посадили всех? Вот, это вопрос, я не знаю, зачем их туда всех посадили на эту подводную лодку. Что эта подводная лодка делала, что она испытывала, я тоже не знаю. Я знаю только одно. Пожар потушить они не смогли. Говорят, что это там загорелись аккумуляторы, батареи, что да, на подводных лодках старых это случалось. Но сегодня, в сегодняшнем мире, как часто мы видим машину, которая загорелся аккумулятор? Батарея. Это не часто случается. Но если это так и случилось, то опять же, понимаешь, это на ядерной подводной лодке это страшно. Реально страшно. Это раз. Во-вторых, это показатель, в каком состоянии находится Россия. Если такая подводная ядерная лодка загорелась, значит, там что-то вообще, вся система, как знаешь, сантехник сказал, надо менять всю систему. Это значит, кто-то опять, как вот Чернобыль, смотрели этот сериал «Чернобыль»? Это опять кто-то какую-то прокладку не положил, где-то какая-то резинка лопнула, что-то не обратил. Вот это вот наше русское раздолбайство, да. Спасибо, Лева. Выручил меня, у меня чуть не соскочило, и программа бы прекратилась. И когда мы видим, что Кузнецов не на плаву, когда мы видим, что свои самолеты сбивают своими же старыми ракетами, когда ракеты не летают, когда самолеты падают, когда даже гражданские самолеты загораются в воздухе, когда такое случается с ядерной подводной лодки, это понятно, что разлагается империя. И Россия находится в изоляции. В изоляции ты не можешь иметь такие сегодня высокотехнологические, опасные ядерные схемы, системы. И когда они показывают эти мультики, что есть гипервысотная, гипер-скоростная ракета, и мы сейчас все разбомбим, да, боимся мы. Но мы боимся не этого. Мы боимся того, что вы сейчас устроите еще один Чернобыль. Потому что вы находитесь в изоляции. В изоляции сегодня никто ничего сделать не может. Ты не можешь сам иметь такую сложную структуру, как ядерную подводную лодку, без участия остальных стран, союзников в этом отношении. Так что это показатель. Но я вот не понимаю вообще русский менталитет. Я слушаю, потому что российские, я тебе говорю, не смотри CNN, а то козликом станешь. Да. Но сам я смотрю Первый канал, просто потому что мне здесь это надо, чтобы знать, что россияне говорят. И также я хочу сказать, что огромное количество российских русскоязычных СМИ в Америке, причем тот же RTVI, на котором мы с тобой выступаем, это российское телевидение, это проплачено россиянам, это антитрамповское, антитрамповское, антиамериканское, пропутинское телевидение, и радиостанции, кроме вот NBC и, может быть, радио «Вера» в Ванкувере. Все остальное они не выставляют. Они просят меня выставить, потом не выставляют. Мои выступления, пустая трата времени. Потому что как только я начинаю критиковать Путина, как только я начинаю говорить про Трампа что-то позитивное, все, это убивается. Поэтому я не понимаю это. Смотри, сколько ты думаешь, такая подводная лодка стоит? Вот все говорят, что там погибло 15 человек. Ну, в среднем, пусть будет 15 человек. Сколько такая подводная лодка стоит? Она миллиарды стоит. Да. Вот за эти деньги сколько старушек в России умерло? От голода, от холода, от нехватки денег. Сколько детей погибло, потому что их не могут вылечить?
в России нету финансов, собирают по крохе, чтобы отправить в Израиль, в Германию. Сколько бездомных, сколько ветеранов, сколько людей от рака погибло, замучилось, потому что нет лекарств от боли в России. Просто нет. Они их не могут дать этим людям. И поэтому, когда вы говорите 15 человек погибло, не 15, наверное, я не знаю, 150 тысяч погибло из-за этой подводной лодки, потому что все было вбухано в это. И после всего лишь она загорелась. Вот люди этого не понимают. Какое количество денег, какое количество ума, сил, ресурсов было вот в эту подводную лодку. Теперь, зачем эта подводная лодка? Против кого Россия собирается воевать? Что она пытается защитить? Свой высокий уровень жизни? Или, может быть, свободу слова? Что? А эта подводная лодка, насколько, опять же, я не знаю, я не подводник, но, насколько я понимаю, эта подводная лодка была, на ней оружия не было. Она была диверсионная. Она опускалась на самую большую глубину и должна была уничтожить кабели, которые идут, интернетовские кабели межконтинентальные. Это диверсионная. Это чтобы создать террор. Это для террора создана лодка. За эти деньги. Поэтому я считаю, что Россия на сегодняшний день, ну, абсолютно террористическая страна, с террористическим вооружением, с террористическими манерами, с КГБшными бандитскими замашками. И не дает вокруг себя никому спокойно жить. Украина процветала бы и шла, и была бы в очень хорошем ситуации, в хорошем форме, если бы вот не было у нее такого соседа. Ну, я тут не совсем уверен, потому что украинцы сами, украинцы, сейчас надо говорить, да? Да, молодец. И сами себе, как и евреи, кстати, в Израиле. Устраивают столько, они сами воруют. Ну и как и американцы. Да. Слушай, мы сами себе самые большие враги. И пока у них не возникнет того правового государства, при котором выгоднее, сказать, условно говоря, честно работать, честно жить и прочее, невыгодно грабить, вот до этого момента у них тоже все будут проблемы. Нет, ну, конечно, конечно. Жизни... Но я тебе хочу сказать, что вот мое впечатление, опять же, многие украинцы со мной не согласны, но мое впечатление, что они борются с этим, они стараются. Дай бог. У них что-то получается, что-то не получается, но они стараются. Давайте попробуем. Они хотя бы все время об этом говорят. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. По вопросам какого-то издания за день до 4 июля американцам задали вопрос, гордятся ли они своей страной, Америкой. Как оказалось, что среди демократов только лишь 22% сказали «да» и 75% республиканцев. Не отсюда ли вытекает вот такая ненависть к Трампу, который желает сделать Америку вновь великой? Спасибо. Ну, что можно на это сказать? Я не знаю, лично я не знаю. Думаю, что да. Я не знаю, что первично, что вторично. Я не знаю, из-за чего эти люди. Но с моей точки зрения, виноваты те, кто... образовывает, то есть отвечает за образование наших детей, включая и родителей, включая и школы, так сказать, учителей и тому подобное, допустили каким-то образом американцы, что детей, подростков не воспитывают ни в школе, ни дома, ни во время смотрения телевизора, ни вообще. И поэтому они полностью отданы, что называется, в руки оголтелым, которые их воспитывают. Некоторые оголтелые – это банды, значит, на улицах, а некоторые оголтелые – это преподаватели. Давайте примем еще звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Ну, я, во-первых, большой поклонник Леона Ванштейна, и обычно он выступает почти каждый день, что-то не слышно его на Ютубе. Будет он каждый день делать свои обозрения, как он делал? Это первый вопрос. Юрия Табака я не менее уважаю, и тоже хотелось бы больше его свежих новостей услышать на Ютубе. И главный вопрос. Я уже пробовал сегодня его задавать. Что нового слышно в отношении расследований против Демократической партии?
может быть, ну, когда уже это, но не могу дождаться. Спасибо, Борис из Нью-Йорка. Спасибо огромное. Хороших, да, спасибо. Хороших вещей надо ждать. Да. Значит, они, это значит, они подготавливаются. Давайте я попробую ответить на два вопроса. Первый, значит, про Леона Вайнштейна, который я. Значит, я никогда не выступал каждый день. Может быть, так бывало, что 2-3 дня подряд, но нет, я просто не могу. Я достаточно занят 10 часов в день тем, что занимаюсь, то, что называется бизнес, вот, что кормит, поет и позволяет платить за квартиру. Моргет. Нелегальных эмигрантов. Да, да, из нелегальных эмигрантов тоже, кстати, я думаю. Да. Вот. Но я стараюсь 2 раза, иногда 3 раза в неделю выступать. И вот позавчера я сделал обозрение, до этого за 2 дня я сделал обозрение. И все связано, так сказать, с демократами, выборами, там, Трампом и прочее. Вот. Теперь более серьезный вопрос. Что происходит? Значит, мы ждем, мы в ожидании, чего мы знаем уже и чего мы ждем. Мы знаем давно уже, что Хиллари Клинтон уничтожила 32 тысячи имейлов после того, как получила от суда приказ эти имейлы им передать. То есть не случайно там как-то, да, а получив этот приказ, уничтожила их. Заодно приказала своим людям молотками разбить телефоны, с которых велись с ней разговоры. А кроме того, значит, ее люди купили достаточно дорогостоящую программу, которая называется ACID, то есть кислота, которая, это долгая и дорогостоящая процедура, и ее компьютеры и компьютеры ее ближайших помощников были все вычищены, так что уже теперь совершенно невозможно, значит, восстановить, что было в этих компьютерах. То есть мы знаем, что что-то такое там было, из-за чего они пошли на все вот эти вот ухищрения, скажем так, да? Значит, второе, что мы знаем, что уже сегодня мы знаем, что Коми, который утверждал, что он принял решение о том, что она невиновна, что ее не надо судить на основании материалов, которые он, так сказать, они расследовали, и он получил, на самом деле лгал, потому что письмо о том, что он ее, значит, отпускает, как бы не будет, написано за 3 месяца до того, как ее допросили, до того, как материалы были готовы. Кроме того, сегодня уже известно, это стало известно позавчера, сегодня позавчера стало известно, что Лоретта Линч послала письмо в, значит, в ФБР, я не помню кого, Маккову, по-моему, о том, что, значит, там, то есть дала указание, что делать, что не делать и тому подобное. Есть подтверждение этому письму в переписке между сотрудниками ее, так сказать, Министерства юридического и ФБР, о том, что говорится, что, значит, чтобы никаких там фокусов не было, чтобы решение было правильное. Мы знаем уже, кто поменял слова, которые явно должны были привести в речи Коми к тому, чтобы арестовали Хиллари Клинтон и судили, к словам, которые ничего не значат, слышатся похожими, но с точки зрения юридической ничего не значат. Значит, мы знаем о том, что Маккоб и целый ряд других людей собирались вместе и что-то обсуждали, связанное с то, что, так сказать, мы знаем, называется уже теперь инстраховкой против того, чтобы Трампа не выбрали, а если выберут, чтобы его скинуть. То есть мы знаем очень много вещей. Значит, чего мы ждем? Во-первых, мы ждем того... Но еще Леон, этот, да, про фейк-репорт, который, да, демократического. Конечно, конечно, да. Мы уже знаем сегодня, что информацию, которую из Англии поступила к демократам, ФБР, к Маккейну, к сожалению, так сказать, к сенатору республиканцев и тому подобное, которые начали с этой информацией бегать, которая называется, вот, так сказать, там, папка на Трампа, да? Мы знаем уже, что эту папку подготовила не ФБР, а ФСБ. Вот. И поверить в то, что ФСБ готовила эту папку и передавала эту информацию, значит, своему другану, британскому бывшему шпиону Кристоферу Стилу, поверить в то, что они вот прямо вот так откровенно всю правду рассказывали, и они делали то, что с их точки зрения надо делать, то есть они всеми силами чернили Трампа, в то время, когда нам демократы рассказывают, что они боролись за Трампа. И единственное, что они нашли, это на $300 тысяч объявлений, которые сделали русские, и 12 человек Волькина, которые под руководством, значит, так называемого повара, он, так сказать, по образованию повар, повара, значит, этого самого Пригожина, путинского, значит,
вот эти 13 человек, они вмешивались в выборы в США. Вы себе представляете, что Хиллари Клинтон потратила $2 триллиона, а русские потратили 300 тысяч, и они, оказывается, этими 300 тысячами, эти 12 человек, изменили выборы, результат выборов в Соединенных Штатах Америки. Ну, это же больше бредятины придумать же невозможно. Но, тем не менее, дальше это раскручивается. Так вот, я хочу закончить. Мы ждем двух вещей. Мы ждем окончания, официального окончания расследования, которое идет сейчас генеральным инспектором Министерства юстиции. Оно должно было бы уже закончиться, но там кое-какие новые вещи, не хочу сейчас в это лезть, ему подбросили, и поэтому Барр сказал ему, закончи это, добавь это, и тогда дашь отчет. Барр уже знает, что там в отчете написано. Мы ждем отчета, который делается расследование по очень конкретной вещи. Что происходило в Хиллари и Билли Клинтон фонде? И как взаимодействовало решение Хиллари Клинтон и правительство США? Есть ли какое-то взаимодействие, корреляция между поступающими деньгами на этот фонд и от кого, и решениями департамента, и решениями вообще американского правительства? Значит, это второе расследование, которое заканчивается сейчас, и должно и Барр, ведет с Дурхамом еще одно дополнительное расследование, в котором он пытается выяснить, кто и как начал всю историю, связанную с расследованием, подслушиванием американских граждан, прослушкой компании, избирательной кампании и тому подобное. Вот когда все это сведется вместе, то дальше политически, я думаю, будут решать, когда это выпустить нам. И я думаю, что до начала 2020 года мы ничего всерьез не узнаем. Вот на этой жизнеутверждающей нотке мы остановимся на рекламу. И после рекламы продолжим. Юрий, вам дам возможность, проанализировать, высказать вашу точку зрения. Возвращаемся в программу. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. А Леон тут недавно выступила, как же ее зовут, такая славная, известная всем по шляпам, конгрессвумен из Флориды. Забыл, как ее зовут. Уинтерс. Наверное, да, которая заявила о том, что надо, наказывать в уголовном порядке всех американцев, кто надсмехается, делает фан над конгрессменами. Демократически. Да. Вот не больше, не меньше. Да, но я хотел добавить, что нашему слушателю, я не очень часто выступаю, почти каждый день выступаю здесь, в Украине, по разным каналам, поэтому я их выставляю на своем YouTube-канале, поэтому можно меня подписаться на мой YouTube-канал, это просто мое имя, написать Гарри или Юрий Табах, и вы там увидите мои выступления. Но я также хотел добавить, что Леон сказал, да, подождите, имейте терпение, я думаю, все вскроется, этот гнойник вскроется прямо перед выборами. Поэтому они сейчас сидят в засаде. Это такая хорошая стратегия. Они не в засаде сидят, они атакуют. Вы посмотрите на Недлера, на Шифа. Они пытаются устроить. Нет, я говорю, в засаде республиканцев. Трамп сидит в засаде. Окей. Давайте в нужный момент он дернет за это кольцо. Давайте тогда примем еще один звонок. Добрый день, пожалуйста. Пригинайтесь. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, говорите. Я хотела сказать пару таких ремарк маленьких и вопрос задать человеку, который сейчас находится в Украине, потому что это меня волнует, я украинка. Я хотела сказать, во-первых, слава Украине. О том, что... Алло? Алло? Отвечать надо героям, слава. Хорошо. Говорите. Я не услышала, извините, я знаю, что так надо отвечать, потому что я из партии Олега Тягнебока. Скажите, пожалуйста, я хотела вам сказать об этом, что 72 или 75% проголосовало за Зеленского, вы сказали, украинских людей. Я хотела сказать, это не проголосовали за Зеленского, это проголосовали против воровства в стране, против этих олигархов. Вы знаете, что делается против того, что развалили армию.
внедрив русских генералов. У меня два сына там в армии. В протест вышли совсем. Честь и хвала. Да. И теперь второе еще хочу сказать. Какой-то человек там от вас, извините, потому что тут что-то делаю и так слушаю, и прослушала, сказал, что да, но украинцы там воруют. Извините, пожалуйста, я просто удивляюсь, что кто-то такое может сейчас сказать, что сейчас во время войны кто-то там ворует, и у кого ворует, и где ворует. Но если будем мы такие честные, то надо сказать, вспомнить тысячи людей, уже на Сергея один раз говорил на его программе, которые здесь сделали себе в Америке документы и живут за такие большие деньги в субсидированных домах. И наши люди их еще обслуживают. Это каждый день сумасшедшие деньги на одного человека. Бесплатно живут. Да. Это второе. Да. Извините, я вам потом еще скажу. Это уже четвертое. Да. Потом третье. Еще хотела сказать четвертое. Леону. Я знаю, что он у меня в друзьях на Фейсбуке. И он привозил сюда человека на его программе, который был в Народном рухе Украины. И я ему задала вопрос, не задала вопрос, а сказала, что люди в основном имеют проблему из еврейской комьюнити в Украине, потому что это так получается, что они пропагандируют русский язык. И я это знаю. В основном это, потому что разговаривают все только на русском и не хотят менять ничего. И детей в русские школы дают. И поэтому Украине так тяжело выйти из этого, потому что кто не слышал матери песни на ее языке, сказки, рассказы, былины, он никогда не будет знать эту страну. Теперь пятое, я еще хотела вас спросить. Скажите, пожалуйста, человек, который там в Украине, встречались ли вы с лидером Соединенным националистических партий Украины, уважаемым и долголетним лидером партии «Свобода» Олегом Тягнибоком. Что я знаю, он большой приверженец Трампа, и все свои статьи, как только что-то случится в Америке, он всегда объясняет людям и говорит об этом, что мы должны поддерживать только Трампа, голосовать комьюнити украинская в Америке за Трампа, потому что этот человек как раз и есть то, что мы хотим быть. Те люди, это называют плохим словом националисты. Нет, это не националисты. Это просто люди, которые любят свою страну, хотят говорить на своем языке и хотят, чтобы чужие люди не приезжали, не разворовывали и удрали. Вот, а это называется почему-то националисты. Спасибо вам большое за то, что вы ездите. Спасибо. Там. Спасибо вам, спасибо вам, слава и честь вашим сыновьям. Я не знаю этого партийного лидера, про которого вы говорите, но уверен, что он неплохой лидер, раз он за Трампа. Смотрите, я вас удивлю, но в Украине воруют. Воруют у солдат, у ваших сыновей. Почему воруют? Потому что так устроен человеческий мир. И вы сами с этим согласны, потому что вы только что сказали, что проголосовали не за Зеленского, а против олигархов, воровства и коррупции. Хорошо, я с вами согласен, что проголосовали не за Зеленского, а против коррупции и воровства. Но тогда за кого они проголосовали, если не за Зеленского? Потому что было много других кандидатов, больше 30. Зеленский побил их с огромным отрывом. Поэтому, я считаю, украинский народ сказал свое слово. Они проголосовали за Зеленского. Как он будет дальше, я не знаю, я не предсказатель. Но когда люди говорят, что проголосовали не за него, а против Порошенко, то тогда за кого они проголосовали? Так не считается. Это уже такая игра. Идет. Могли вообще не голосовать. Далее, насчет языка. Язык – это культура. Вы сами только что оговорились. Сначала сказали. Культура – это очень... Когда у него пытается с этим что-то сделать, он это воспринимает как угрозу.
его культуре. Поэтому в Соединенных Штатах Америки у нас нет официального языка. Во многих странах есть несколько официальных языков. Большая, огромная половина, а то или больше, чем половина украинских людей говорит на русском. Я был в АТО много раз. Команды отдаются по-русски. Ребята, которые там воюют, многие из них, больше половины которых я встречал, их родной язык русский, а не оттуда. Когда в стране начинается разборка, а языке проиграют все, понятно, что должен быть державный национальный язык. В Израиле сколько их? Три, да? Иврит, английский и арабский. Во многих странах несколько языков. Потому что когда начинаются разборки с языками, это проиграют все. Когда тебя начинают говорить как украинец или украинец, на Украине или в Украине, я вам хочу сказать, чтобы это была самая большая проблема в Украине. Хорошо, люди так любят, ну, им неприятно, надо стараться так не говорить. Поэтому языковую тему я бы оставил в покое вообще. Это не хорошая тема. Но я знаю, как ее решить. И вот я считаю, чтобы решить мирным путем вопрос языка в Украине, президент Зеленский должен объявить, что державным языком, национальным языком Украины должен быть иврит или идиш. Потому что тут много людей когда-то говорили на идише. Таким образом, русскоязычная часть Украины и украиноязычная часть Украины объединятся и будут бороться против национального языка идиш. Так, что-то у нас застряло с чем-то, нет? Да, нет, все нормально вроде. Это просто Юра закончил свой ответ нашей радиослушательнице. А я вот хочу комментарий прочитать, который тут в YouTube. Мариуполь передает вам привет. Наш президент Зеленский, мы его называем Категорошек. Он не клоун, он хороший, умный парень. Дай бог ему силы и здоровья устоять против этой мафии. Ну, да, я согласен. Дай бог, те люди, которые считают себя патриотами Украины или хотят помочь Украине, особенно мы, те, которые живем за границей, если мы не граждане Украины, если мы не платим налоги в этой стране, если мы не воевали в АТО, мы не имеем морального права, я подчеркиваю, чтобы на меня не нападали, морального права диктовать украинцам, как голосовать и за кого голосовать, потому что нам лучше и мы умнее, и за границей виднее, как это делается. Украинский народ на сегодня, я против, что меня часто спрашивают вот эти политические вопросы внутренние, я отказываюсь на них отвечать, потому что это не моего ума дело. Я голосовал за Трампа, и вот за него я буду, как тут говорят, топить. А в Украине украинский народ сказал свое слово, и те из нас, которым Украина не безразлична, как многие мне пишут и говорят, должны поддержать украинский народ и пожелать президенту Зеленскому удачи. И не называть его клоуном, и не подрывать, и не призывать страну к гражданской войне. Потому что как только мы из-за границы начинаем призывать к этому, а я знаю таких и блогеров, и выступающих, то вы помогаете, то Путин выиграет. Как только здесь начнется гражданская война или какая-то смута, Путин выиграл. Я вас поздравляю всех, вы все русские. Поэтому я считаю, что любым способом мы должны поддерживать украинский выбор, уважать его и посмотреть, будет ли этот президент новый уважать демократические институты, уважать демократические ценности западные, и тогда уже решать, поддерживаем мы его или не поддерживаем его. Но пока он показывает, что он молодой и как бы он сейчас учится, что делать. Да, я другого способа не знаю. Я не знаю другой системы или схемы, как вывести страну из этой спирали. Вот мне очень интересно, каким образом правительство Зеленского
будет действовать непонятным мне делом Байденов. Не одного Байдена, а двух Байденов. Значит, Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. А что они могут с ним делать? Они не находятся на территории Украины. Значит, ситуация следующая. Джо Байден полетел в свое время в Китай урегулировать там какие-то вопросы, связанные с Китаем. Почему-то в его самолете летел его младший сын. Две недели спустя... Которого выгнали из военно-морского флота за употребление кокаина. Наркотиков, да. Значит, у которого, ну, не очень много опыта ни в чем особенно нету. Он был лоббистом некоторое время заведений типа, скажем, казино там и тому подобное. А в штате Невада. Значит, дальше он летит вместе с папой Хантер. Через две недели после приезда обратно на счет только открытой его новой его компании, которая называется инвестиционная, он не имеет ни малейшего понятия, как инвестирует, приходит из Китая $1.5 миллиарда. Ну, это нормально. Нормально, абсолютно. Любой человек, который полетел в Китай, обязательно получил бы $1.5 миллиарда. Он через некоторое время размещает эти деньги в китайских же компаниях, то есть непонятно было, зачем сюда послать деньги. Да. И получает за это, сейчас я договорю, да? И получает за это очень серьезный процент, еще все время капает за то, что, так сказать, деньги там размещены. Потом, значит, проходит 4 месяца, и, значит, Байден, назначенный Обамой, отвечает за взаимоотношения с Украиной, летит, значит, в Украину, и в самолете опять Хантер. Вернувшись обратно, через 3 недели Хантеру приходит предложение от фирмы «Бурисма», это одна из ведущих энергетических компаний Украины, быть там членом совета директоров, ничего не имеет понятия, ни про газ, ни про законы, и отвечать в совете директоров за работу украинских юристов на территории Украины. То есть он не знает украинского языка, он не знает украинского права, он не знает вообще международного права, он ничего не знает об газе. Ему 25 лет. И начинает получать там, ну скажем, так сказать, по разным сведениям от 50 до $150 в месяц, но в общей сложности на его компанию упало за 16 месяцев $3.2 миллиона. Там говорят, что это не ему одному, а на двоих у них там. С кем он делился, я не знаю. Так вот, значит, в свое время, значит, когда на Бурисму наехал тогдашний генеральный прокурор Украины, Шахрай, по-моему, если не ошибаюсь, да, могу ошибаться, наше Шакуров, Шахрай, что-то такое, значит, то Байден, может, это было совпадение, но он потребовал от Порошенко немедленно уволить его сию секунду и сказал, что у тебя есть, я еще в Украине 6 часов, если в течение этого времени, 6 часов, ты не уволишь своего генпрокурора, то вы не получите обещанный вам $1 миллиард. Да. Также участвовала в этом наша посол, которая вместе с Соросом создали организацию государственную и частную, да. Соросом, которая боролась как бы с коррупцией и вот это лоббировала, чтобы уволили, забыл, тоже выскочил мое имя, и его, конец, уволили. Но документы передадут по этому поводу нам или нет? Да, передадут, потому что нет. Я не знаю, сколько у нас осталось времени до конца передачи. Минут 6. Я хочу сказать, что прошлую передачу, которую мы вели с Леоном, я не успел то, что я хотел сказать после того Леона выступления. Леона выступление было очень правильное еще, только он называл проблему с мусульманами и мусульманским миром и мусульманским законом шариата. Это не совсем так. Там, Леон, ты сказал много вещей про мусульман. Я тебе скажу такую вещь, что я служил и воевал с мусульманами. И них люди. Мусульман мира, а их очень много, под одну гребенку нести. Мы там что-то вот как за мусульман разговор зашел, начинает прерываться. Да, прерывается почему-то. Да, как прерывается.
Я говорю, надо разбирать, нам надо научиться делать различия между мусульманами и исламистами. Нужно различать чеченцев и кадыровцев. Это совершенно разные кланы, это разные, у них общего ничего нету. Поэтому я знаю, у меня и друзья, и мои лучшие друзья, и с теми, с которыми я служил, можно сказать, ходил в разведку, мусульмане, верующие, правильные мусульмане. Так что я просто хотел, чтобы в прошлой нашей с тобой программе как-то это было обобщено, и всех поставили, что они все террористы, все плохие, все. Это неправда. Да, ну конечно. Точно так же, как и также я служил и с чернокожими, и офицерами, и адмиралами, и разные люди бывают. И мы уже говорили о нашем собственном народе, да, насколько мы разные бываем. Поэтому это все, что я хотел сказать. А с Байденом, конечно, надо будет разбираться. Это просто так тоже случайность произошла, что Байден. Тоже, я думаю, это абсолютная случайность, что он сказал, что Китай – это не наш конкурент. Абсолютно. Конкуренция из Китая – это случайность. Ты со мной согласен, да? Совпадение просто, конечно, да. Да, да. Ничего. 150 миллионов окулярдов там не играет роли. Он же честный человек. Он же средний. Он один из нас. Он мне нравится, что он уже сколько в Сенате? 40 лет? 50. Или больше? 50 лет. 50 лет он ни черта не сделал. Даже, можно сказать, ни хрена не сделал. Ни одного его пропозиции не прошли за 50 лет. Он ничего не изменил за 50 лет, будучи в политике. И почему он сейчас решил, что если он будет президентом, он все... Ну, он решил, это его личное дело. Последняя хохма от Байдена, он тут, выступая с кем-то, разговаривая, беседуя, сказал, что вот русские вмешались в наши выборы, вот under my watch и Obama's watch, это не могло бы произойти. То есть как будто это не он. Все самые страшные, ему и поверили. Меня даже стошнило чуть-чуть. Да. Если бы в 2015 году президентом был Обама, а вице-президентом Байден, сказал, ну, смысл такой, то русские бы не посмели вмешаться в наш. Нет, в каком случае. Вот, особенно вот... когда Обама наклонился и сказал Медведеву, что подожди, меня переизберут, и я буду намного больше гибкий, чем сейчас. Да. Вот он так из... Это, конечно, они уже испугались. Поклон саудовскому монарху выдал тоже. Да. В общем, Ну, за это он и заслужил Нобелевскую премию, Леон. Ну, братья просто знали, что он так поклонится, поэтому дали. Правильно. Умные люди кому-либо не дадут. Ну и одна минута осталась буквально, вот по поводу чего. Коперник высказался против того, что на кроссовках Nike разместили флаг Betsy Ross, и Nike быстренько сняла с продажи, компания сняла с продажи эти кроссовки. Поэтому я рекомендую кому-то одеть, если бы я одел это Nike себе на ногу, я бы засунул эту кроссовку ему прямо да. Вот туда. Значит, просто не покупать Nike и все. Меня значительно больше огорчило то, что девочка, сколько ей, 10-летняя, которая вот копировала и, так сказать, делала смешные всякие вещи, похожие на AOC, то есть Александра Окасио-Кортес, делала как бы пародии на нее, понеслись на нее такое количество угроз, включая убийство родителей и тому подобное, что родители перепугались, даже полиция сказала им, что лучше перестаньте это делать, мы не сможем вас защитить. И родители объявили вчера, что они не будут больше, вообще все убирают с интернета, что она когда-либо выставила. Ребята, вот это ужасно, что они могут нас так затыкать. Так затыкать. Слушай, меня выгнали с Фейсбука, я только вернулся. На месте. И не объясняю.
и не объяснили, за что они тебе здрасте, им тебе спасибо, просто попробуй добейся. Ну, это, я все жду, когда, наконец, кто-то организует сеть, на которую можно будет перейти и начать медленно-медленно перетаскивать туда всю активность, потому что, ну, невозможно все время быть под... Друзья мои, огромное спасибо, Леон, огромное спасибо вам в Калифорнии. Да, кстати, как там землетрясение, вы почувствовали? В Калифорнии очень хорошо. Очень хорошо в Калифорнии. Все прекрасно. Ну ладно. Юрий, вам огромное спасибо. До побачення. До побачення, друзі. До побачення. Шановні друзі. Шановні друзі, я починаємо передачу. Мої злюблені пісні. Співає Едуард Хиль. Спасибо. Спасибо.